В областном центре сегодня простились с почетным гражданином Великого Новгорода Борисом Селезневым. Проводить известного производственника в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги. Борис Степанович родился 18 апреля 1937 года в Новгороде. Трудиться начал в 1953 году на заводе «Волна» наладчиком револьверных станков. За годы работы обучил своей профессии не одно молодое поколение. Борис Степанович Селезнев принимал активное участие в общественной и спортивной жизни города. Имел разряды по лыжам, стрельбе, морскому многоборью, академической гребле. В конце 60-х был депутатом Верховного Совета РСФСР. А с 1972 года неоднократно избирался депутатом Новгородского городского совета. Мы друг другу помогали. Я баню строил, он помогал. Потом он домик перестраивал, я помогал. И семьями друг другу в гости ходили. Всегда, когда нужно, он всегда был в первых рядах. Поэтому потеря очень большая для всех. Я говорю, что он тоже не всегда любил выступать, но очень-очень-очень, я говорю, человек достойный. Поэтому очень жалко. Потеря очень большая. В 1980 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Новгорода». Годом спустя Борис Степанович получил звание Героя социалистического труда. Похоронят Бориса Селезнева в деревне Подгощи Шимского района.